Пап, это я, Норвал. Ты мне написал. Я и не думал, что мы еще встретимся. Долго мы не виделись? Долго. Очень долго, да. Я ничего о тебе не знаю. Сынок, твоя мама совсем обо мне не говорит? Не то чтобы. Мам, привет. Я папу совсем другим представлял. Наверное, он привык к одиночеству. Пап, зачем ты меня сюда позвал? Не будем об этом. Зачем ты написал? Объясни. Мне надо бы послать. Я знаю, в чем дело. Ты понятия не имеешь, что происходит. Ты хоть раз дрался? Я как-то раз оторвал ухо ударом ноги. У меня есть теория. У негодяев глаза похожи на изюм. Придется его убить. Я не убийца. Ты 5 минут назад убил человека. Кто знает, мы можем стать лучшими друзьями. Сюда! Иди к папочке!